Садык Абдужаббаров родился в 1925 году в Южно-Казахстанской области и ушел на фронт в возрасте 18 лет. Стрелок 219-го гвардейского стрелкового полка гвардии красноармейца Абдужаббаров особо отличился в ходе знаменитой стратегической наступательной операции «Багратион». 25 июля 1944 года он в составе штурмовой группы форсировал реку Западная Двина в районе поселка Бешенковичи Витебской области и в бою за плацдаром пулеметным огнем уничтожил до 30 гитлеровцев и одну огневую точку. В результате этого боя немцы отступили, что помогло штурмовой группе занять выгодный рубеж и создать свои дивизии условия для переправы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Садыку Абдужаббарову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны отважный герой посвятил свои годы служению в органах государственной безопасности. А в 2005 году в Алматы состоялось торжественное открытие мемориала в честь его памяти.